Всем здорово, с вами Рома и Мишка Фредди. Я продолжаю играть в Stickman Survival 2. Вторая ночь. А что это за игра такая? Просто в позапрошлом видео меня же не было. Ну это типа FNAF, только 2D. Интересно. Ну ладно, давай не будем терять времени. Погнали! Так вот, Night 2, сейчас я тебе, Мишка Фредди, все покажу. Вот охранник, вот тут вот дверь, надо закрывать от монстров, это 8 камер, по ней будут бегать монстры. В прошлую ночь был огненный монстр, а сегодня должен кто-то новенький появиться. Интересная механика игры. Ой, дверь тут можно закрывать, только всего лишь две двери, понятно. А, бабайка! Бабайка, это монстр, его надо закрыть. Все, мы его закрыли. Так, на кому зомби пришел? Это зомби из Майнкрафта был. А, нам пришел зомби, закрывай дверь! Закрывай дверь! На Uber загрузка 3 секунды осталось. Чего мы проиграли-то? Помню, что огненного монстра, которого я запер. Ну, в общем, я случайно одну дверь открыл, и в итоге они вдвоем на меня напали. А еще дверь очень долго это перезагружается, вот я не смог закрыть дверь. Всего лишь 2 минуты видео, а я уже испугался. Не волнуйся, Мишка Фредди, у этого разработчика еще много подобных игр. Да, ну ладно, давай продолжим игру. Когда что-нибудь интересненько найдем, а вот зомби уже что-то интересненько нашли. О, смотри, огненный человек, не упустим возможность, закрываем его. Все, мы его закрыли. Все, все. Теперь я его не должен случайно снова выпустить. Вот только попробую выпустить, я тебя заставлю все игры походить хоррорами. Ой, как страшно. Короче, когда что-нибудь интересненькое начнется, я продолжу. Опять он ко мне пришел. У меня вот эта лампочка сломалась. Теперь я не смогу определять, кто ко мне пришел, а кто не пришел. Придет тебе все время у двери стоять. Я знаю, знаю. Перезагрузка 3 секунды. Так, все. Дверь перезагрузилась. Но реально придется так и стоять у двери. Кстати, какой час ночи вообще? О, 4 часа ночи, хорошо. Так, продолжаем смотреть. Ой, ё-моё, пришёл прям при мне. Давай закрываем дверь. А можно потом я закрою? Ладно, можно, только не подведи меня. Итак, теперь я охранник и буду охранять офис. Так, перезагрузка двери. 3, 2, 1. Вся, перезагрузка окончена. Зомби пришел, закрываем. Сегодня не проникнешь ты в мой офис. На данный момент мой офис. Так, все, перезагрузка пошла. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, перезагрузка окончена. Сколько там еще осталось? Ну давай, зомби, иди сюда, в офис, давай. Зомби нет что-то. Сколько там еще осталось? Ничего себе, молодец, Мишка Фредди. Молодец, Мишка Фредди, ты меня выручил в этот раз. Не ожидал я от тебя. Спасибо, спасибо. Ладно, Ром, давай пока. Пока, подписчики. Мне пора домой. Давай, все, пока. Давай, пока. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Рома. Всем пока-пока.